там выглядит пизды, да. Брат, ну ты еще не сказал, что ты блогер? А? Почему она на досточках? Это называется починил. О, нифига себе. Слышишь, что? А мне эта швабра крыло вправить не сможет? Так что, аккумулятор сел? Можно даже не дергать? Даже стартер не прокручивает? Да. Я найду, я нашел. Че, я не знаю, блядь, что. А подожди, а как ты собирался прикурить, мне расскажи. Я один раз прикурил вот так вот, блядь, два провода, блядь, соединял, блядь. Серьезно? А ты не хочешь ее вытолкать? Ты понимаешь, что она на досочках вот бежит? Потому что я проебал, короче, понял? Жопа же чуть потравливает. А я, ну, через день ее, блядь, заводил, подкачивал. А я проебал день, и все, пришел, акум сел, и хоть доски успел подложить. Ну пипец. Прикол в том. Что будем делать? Что у меня нет, блядь, проводов. У меня пока на вробу такая. Зато глянь, сколько пустых бутылок. Алло. А ты что делаешь, привет? Работаю, здорово. А, бля, я думал, ты дома. У тебя есть пролять? Крокодил. Есть провода? Крокодилы есть? Не, нет. У тебя ждать придам, где? Да я хуй знаю, денег. Ну хорошо. Ну ладно. Слышь, чел, ну еще и вариант есть. Снять аккумулятор. Ай, блядь. Сука. Ты че? Это что? Серьезно? Ты ебать провода нахуй. Ты реально? Вот этим прикуришь? Да они не достанут даже. Слышишь, ну да. Не достанут точно. Полтораметровые провода. Покатались, мы ее никак вообще не сдвинем с места. Эта сторона в ноль спускает. Вот это в ноль? Ну она на балке сейчас лежит, если эту хуйню брать, она упадет. Так давай, может, попробуем ее поднять домкратом. И чё? И вытащить эту палку. Хорошо, ты опустишь, она пойдет на арку. Ну и фиг с ней. Да ебать. Ну давай, не знаю. Сложная эта жизнь стенсерская, блин. Кот. Привет. Армянский кот. Слышишь, ты реально каждое утро вот так вот? Да это нет, вот да, так да, вот. Стенсерская ноша вот такая. Зарядка для аккумулятора случайно? Не для сварка. Ну да, это вообще похоже на утюжок для кучеря. Слышишь, ну не кайф такую машину иметь, по-моему. Почему? Которая упала на пузо и все, и ты ее даже не вытолкаешь. Она стоит 3 недели нахуй. Да, вот мне вот этот интересный момент. Инженер-вайз. Так, уже 2 метра. Ой, братан. Я придумал. Закрывай гараж. Я нашел, на чем мы поедем снимать. Давай. Что? Стой. Ты хочешь подъехать?
Ты думаешь, хватит? А где аккумулятор у машины? И там. Короче, это Лука. Он немного странный. Да пофиг. Ну, стой, аккуратно. Давай, по чуть-чуть. Да, давай. Еще чуть-чуть, давай. Ну, можно еще. Ну, вообще еще можно. Давай еще. Блин, ну, уже как бы опасно, но можешь еще. Братан, зачем ты лючок открыл? Это мой друг Лука. Он считает себя стенсером. Но вообще он нормальный парень. Знаешь, что мне в тебе нравится? Что ты просто нашел какие-то провода от старого фена и пытаешься им прикурить. Только я ничего держать не хочу. Знать будешь? Да это не внушает доверия. Как вот за это можно держать? А что если снять аккумулятор твой, положить его, чуть подзарядить и воткнуть? Так не получится? Я просто не знаю, так, ну, как вариант, я так никогда не делал. Да что ты пытаешься, тебе не хватит. Да, блядь, хватит. Да куда, подожди, блин, хватит. Хватило? Чуть-чуть, блядь. Ну, куда, и чего? Да, метр еще. Метр хотя бы. А есть еще вариант найти? Что делать? Давай, говорю, его снимем. Я думал, ты чаю решил бы. Слушай, ты знаешь, что, ну, если у тебя машина стоит, ее надо хоть иногда приходить прогревать. Да я тебе сказал русским языком, что я раз на дня ее заводил. И она не могла сесть. Ну, видишь, села, блядь. Ты что, ты врешь? Признай свое поражение, стенсер. О, ну все, тебе конец. Лука, прием. Эй, Стенсер. Слышишь, что? А разве бывают стенсеры армяне? Да. Чтобы снять аккумулятор в этой машине, нужно снять вот эту распорку, а до этого он снял вот держатель капота. И я так понял, что это еще не все. И сейчас он сорвал резьбу. Алло. Ну вот какой человек может слушать такую музыку? Да. Не ври, ты знаешь, про что песня. Про тебя. Лили, споешь ее? Да я уже уехал. Давай, брат, доставай. Ой. Короче, спустя час мы ее завели. Очень громко. Блять, берушите, да? Есть? Нет. По-братски, как это вообще слушать можно? Что? Да я тебе говорю, вон iPod, он сел. Просто это диски, не знаю, это твоей молодости. Клево, блядь. Братски, выключи этот бред. У тебя есть AUX? Нет. Это тоже. Я честно не знаю, что в моем плане. Подъехали мы на мойку, значит.
на Калине. И подходят два каких-то школьника и говорят: а это ты, Лука? Твоя машина? Да ты Лука в Инстаграме, брат. Это ты Лука в Инстаграме? Ну круто, видишь, тебя узнают. Школьники, правда. Школьники. Это мои подписчики. Подписчики. Ты решил станцевать нам, что ли? Зачем ты музыку включил? Слышь, что? Знаешь Илюху? Да. Он все время молчит. Почему? Ну, я не знаю, он просто, ну... Я знаешь, что? Ну, не, на самом деле он разговаривает. Короче, ну не бойся его, если что. Он безобидный. Ему недавно операцию от блох сделали. От блох? Хотите, поговорите? Следующий проект, может, не выбрать? Без мата только. Блядь, джет. Джет вообще без мата. Анапская джет. Ты видел, Саша? Да. Почему Калина? Потому что был бюджет 500 тысяч. Нужно было выбирать что-то новое. И получилось, что она. 500 вложил? Было страшно. Или меньше? Наверное, есть. Есть? Но это очень крутая тачка. Спасибо. Неважно там, пусть это хоть какой-нибудь Запорожец, главное, что ты в нее душу вложил. Да. Кстати, вот это реально видно. Продажи, очень жалко. Не хотел бы продавать? Ну ты ее и не продашь. Так не продам, да. Есть вероятность, что мы ее в таком виде видим последний раз? Ну, наверное, да. Сколько раз ты на граунде был? Два раза. И как? Кайф. Выигрывал что-нибудь? Да. Да, это перевыпускника сейчас на русский, кубанский, да, на самом деле по-другому, ну ладно. В общем-то, Best Air, Лада Калина, где ты, выходи сюда к нам. Это баблища, 10 тысяч рублей от Юнитроника. Граунд ТВ 2016, вот такая статуэтка и фотка, давайте все вместе сфоткаемся с ним. Либо не ходите эти фотки сюда, ну пусть сам фоткается. Все, красавчик, спасибо же большое, давайте еще раз его похлопаем. А во второй раз ничего второй не раз взял? Второй раз ничего не взял. Ну, как бы ехал, просто ехал, потому что было кайф. Как я вообще движу по граунду? Поедешь в следующем году? Обязательно. Даже если обязательно не будет машин, все равно поедешь? Слушай, я слышал, что у тебя тачка была самой громкой на граунде. Перешивал? Перешит руль, да. Оригинальная Наполи, оригинальная Алькантара. А потолок оригинальная? Да. Оригинальная? Оригинальная Алькантара. Не самоклеящаяся? Самоприлипающаяся, блядь. Или будет новый проект? Будет новый проект? Будет новый проект? Что-то будет. Какие есть планы? Или больше не будешь? Невму ставить, арки катать. Нет, такого не будет. Точно не будет? Ты не настоящий стейтсер. Морозник.
ты так. Ты молодец. Классно сделал. Именно видно, что в душу вложил. Несмотря на то, что это калина, ты сделал из нее конфетку. Ну, вот это опять сказал, несмотря на то, что это калина, блядь. Как бы и хвалят, ну,